И в продолжении исследователи регионального управления МВД возбудили уголовное дело в отношении директора Архангельской строительной компании. Его обвиняют в мошеннических действиях в особо крупном размере. В официальном сообщении говорится, руководитель коммерческой фирмы намеренно вносил в документы, предоставляемые заказчику для оплаты произведенных работ, фиктивные сведения о якобы понесенных компанией затратах по добровольному страхованию строительных рисков. Однако позже выяснилось, организация не заключила ни одного договора страхования. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб муниципалитету Заполярного района Ненецкого автономного округа на сумму около 15 миллионов рублей. Следователям в настоящее время завершено расследование уголовного дела по 5 эпизодам мошеннических действий в отношении директора строительной компании. И в настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Директора строительной компании обвиняют сразу в 5 эпизодах мошеннических действий. Ему грозит реальный срок, максимальное наказание по уголовной статье до 10 лет лишения свободы.